Завтра в Большом концертном зале стартует 6-й съезд депутатов всех уровней Красноярского края. Среди делегатов форума – представители Государственной Думы, Законодательного собрания, члены Совета Федерации, а также руководители местных муниципалитетов. Сейчас в здании БКЗ ведутся последние приготовления к этому масштабному событию, который проходит в нашем городе раз в 3 года. В зале сцена практически готова к принятию делегатов. Рабочие тестируют аппаратуру, заканчивают оформление интерьера. Всего в программу 6-го съезда включено заседание и 11 круглых столов. На сегодня депутатский съезд – одна из главных форм взаимодействия законодателей и краевой власти. Его участники планируют обсудить основные проблемы, возникшие на территории нашего региона, а также способы решения тех самых проблем. Среди них развитие малого и среднего бизнеса, поддержка инноваций, модернизация здравоохранения и ситуация в сфере дорожного строительства. Мы рассматриваем нынешний съезд как своеобразный мозговой штурм для того, чтобы сформулировать конкретные идеи для будущей стратегии края. Это тем более уместно, что буквально через дни стартует избирательная кампания. Мы надеемся, будет выдавать, что называется, конструктивные идеи, предложения. Хотелось бы, чтобы эти идеи и предложения были действительно практически значимыми и конструктивными. Хотя и спорили друг с другом, как идеи, так и люди. И в этом отношении, на мой взгляд, вот эта, так сказать, планировочная идея предопределит все-таки лицо съезда. Я в это верю. Впервые в рамках съезда состоятся публичные слушания по бюджету на следующий год, а также на плановый период 2013-2014 годов. Кстати, сегодня прошла дискуссионная площадка молодежного парламента края, приуроченная к съезду. Парламентарии обсудили текущие проблемы, возникающие у молодых специалистов. Нам хотелось бы предложить определенный свой взгляд на то, какой должна быть поддержка со стороны государства. То есть, что государство может предложить молодым специалистам для того, чтобы они, заканчивая ту или иную профессию, выбрали правильное место работы, несмотря на то, что оно может находиться, например, в сельской местности. Добавлю, что на 6-й съезд депутатов всех уровней Красноярского края соберутся более 1000 человек. Ваших новостей я жду по телефону 292-5504. Звоните мне или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кузовков, Олег Голубин. Афонтова. Новости.